Ну, давай, вылезай. 19 июня 2019 год. Ну, как звучит хорошо. Харьков. 0 часов 5 минут по Киеву. Красавец наш Сатурн. Сатурналия. Что такое Сатурналия? Какие-то празднества. Вроде разошлись немножко облачка. Пару часов назад снимал. Было все совсем мрачно. Да, даже луну не видно было. А теперь у нас вот такая красота. И торжественное мероприятие у нас сегодня посвящено сближению Сатурна и Луны. Вот это она. Другой нет. Не перепутаешь. Ну, не совсем другой коленкор. А то пару часов назад я уже так и подрастроился. Думал, приплыли мы. Со сближением Юпитера. Да что ж такое? Сближение Юпитера было у нас 3 дня назад. 16 июня 2019 года. И тоже погодка нас не подвела. Все получилось снять, все получилось зафиксировать. О, опять какая-то птица на фоне Луны. Хотя, наверное, летучая мышь. Инопланетянка притворяется селенитом. Ветерок небольшой есть, но жаловаться не буду. Но, наверное, этот ветерок эти облачка-то и разогнал. Что у нас осталось? Осталось у нас попробовать поймать Юпитер, чтобы наша триада была завершенной. Автофокус уже рычит. Да что ж. Не тут дуй. Он глупенький. Давай, давай, там еще сейчас спутников надо. Вот это еще поразительно, конечно. На Сатурн наводится практически без проблем. Хотя он 1,5 миллиарда километров от Земли и гораздо мельче. А попробуй ты в 2 раза более близкий Юпитер
и намного более громоздкий, габаритный. 640 миллиардов, ой господи, миллиардов, миллионов километров до него, красавца. Так, справа должна быть от Юпитера Европа. Ой, как я ее слабенько вижу. Ну, вижу. А слева идет Ио, Ганимед и Каллисто, который, как всегда, притворяется, что его там нету. Европу вижу четко справа. Ио Ганимед вижу, Ио ближе к Юпитеру, Ганимед чуть подальше. Каллисто упорно не хочет даже бликовать. Лады, вся ночь впереди, еще поснимаем. И кстати, в течение всей ночи Сатурн будет все ближе и ближе к Луне. В общем-то, максимальное приближение будет уже после рассвета. Его мы не увидим. Но поскольку облака меня пару часов назад напугали, решил я на всю ночь сюда прийти поснимать, пока необходимость пойти на работу не вынудит меня так и поступить. 12 минут 1 19 июня 2019 года, Харьков, 50-я параллель северной широты.